Так, так непомітно пройшов ще один рік. Нам здається, що так і непомітно пройде життя. Скільки вже людей, які е, прожили в 2014 році, ми поховали, а деяко в 15 рік і так наше життя проходить, але ми маємо вічність. В Псалмі 89 написано такі слова: Навчи нас так і щисля дні наші, щоб нам приобрести серце мудреє. Это только людям молодым кажется, что время бесконечно. Но спросите старых и седых, скажут, нет, земная жизнь не вечна. И от юности до седины длинную не назовешь дорогу. Краткие нам Богом дни даны, даже 80 лет немного и бегут, торопятся года, календарные листки меняя, время не вернется никогда. Пролетает мимо дни за днями. И неважно, сколько проживешь, Долгим будет век или коротким. Важно знать, зачем, куда идешь что там за последним поворотом. Важно знать, что стоит эта жизнь. Важно мне искать не только хлеба, важно знать, как на земле прожить, чтобы в конце пути увидеть небо. Если знаешь, счастлива душа, и по жизни ты идешь достойно, приближается за шагом шаг к вечному желанному покою. Господи, дай дни считать нам так, чтобы сердце мудрое в нас было, чтобы за ценность не принять пустяк, чтобы главного мы не забыли. Год еще один от нас ушел, радости в нем были и печали. Было трудно, было хорошо. Вот и Новый год мы повстречали. Господи, пошли нам благодать, свято жить и ложным не прельститься. В жизни краткой все тебе отдать и любить, и верить, и молиться. Аминь.